Вот такой комбинезончик хороший. Красивый? А, вот. Также теплая одежда на осень, шапка, полотенце. Комплект для малыша вручили Гульнас. Она жена военнослужащего. Месяц назад в их семье было пополнение. На свет появился еще один сын. Как признается молодая мама, приход гостей стал сюрпризом для нее. Очень неожиданно, да. Я даже не ждала никого, если честно. И это все так неожиданно. Спасибо. Приятно очень. А еще одним приятным моментом стал звонок мужа, который сейчас находится на передовой. Гульнас поспешила рассказать о подарках для новорожденного сына. Конечно, приятно очень, то, что не забыли. Спасибо большое. Это очень, это трогательно. Я не умею красиво говорить просто. Красноречивее слов счастливые лица отмечают главы районов. Мы сегодня с удовольствием их посещаем, и для них это был сюрприз, неожиданность, как они сами говорят. И очень хороший комплект для малыша, для мальчика отдельно, для девочки отдельно. Мы от имени мэра города Нель Гамбаровича Макдеева поздравляем семьи мобилизованных, где родились маленькие детки. Это 22 семьи. Мы принесли замечательный чемоданчик. Чемоданчик с вещами для малыша получила и молодая мама Ландыш. Гостей она принимала вместе с мужем. Военнослужащий с позывным «Птица» пока находится в краткосрочном отпуске. Как признается мужчина, он спокоен за семью. Чувствует поддержку. Радостно и уж приятно, то, что поддерживает. Все равно как-то и город, и как у нас организация тоже поддерживает. Приятно все равно. Я не ожидала, если честно, что такие подарки будут. Подарков и так было много. Спасибо большое. Честно, не ожидала, что так много подарков. Сегодня подарки получили жители трех районов Челнов. Эльмира Гайнутдинова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.